День добрый, на связи МК Бацкий. Сегодня мы продолжаем с вами проходить замечательную, прекрасную игру. Я говорю это без всякого зазора, да, прекрасную игру под названием Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back, да. Сегодня у нас с вами уже 7 уровень, Air Crash. Опять же, воздушный Crash можно поиграться, Crash Авария. Авария в воздухе можно поиграться, да, но опять же, Crash Bandicoot, да. Тут у нас, я смотрю, дебил в крутилке и кристальчик. Ну что, погнали? Я думаю, мы справимся. Ну, по идее, должны... Мы всегда с вами справляемся, мои дорогие друзья, да? Вопрос только, что нас ждет. Подождите, это, кажется, тот самый уровень, где мы должны красную крутилку взять. Да, похоже на него, кстати. Да, это он, кажется. Ладно, сейчас доберемся до телепорта... Да, тьфу ты. Такой телепорт окей. До скейтборда вот этого его воздушного. Вот, кстати, Air Crash тоже такая красная, наверное, есть. Пираньки, кстати, роботизированные, кажется, или не кажется. Да, роботизированные пираньки. Отсмотрят много роботизированных противников. Ну, Кортекс постарался на славу. Надеюсь, там больше ничего не было. Так. Если я ничего не путаю, это вот этот самый момент, где-то по ящикам. Я не вижу, там вдалеке платформа вроде есть. Да, да, вон, видите, платформа справа стоит. На нее нам надо допрыгнуть. Ох. Рискованно. Ну, ради красной гемы, дорогие друзья. Ради красной гемы. Благо тут, кстати, чекпоинт стоит. Почти. Ладно, у нас есть жизни, у нас есть чекпоинт. Мы сейчас ни на что не претендуем, кроме как взять красную гему. Да ёлопало. Сейчас попадем. Не часто так прыгаешь, на самом деле. Чуть-чуть. Вот, да-да-да, вот этот кусочек мне надо встать нам. Я помню, нас телепортируют. Да, это оно. Ну, да! Фух, да. Фу! Да, мои дорогие друзья, мы нашли этот секрет. Я его помню, я его находил. Да, кстати, вот хочу вам показать, пользуясь случаем, да. Вот есть 5 уровней основных локаций, да, секретных. Это 5 основных, вот первую мы прошли, на вторую перешли, там будет еще 3, 4 и 5. А это 6 секретная, на которую попасть нельзя. Видите, тут никакой телепортаторки нет. Вверх мы не улетим, вниз мы не улетим. Вот есть доска сохранения, кстати говоря. Справедливости ради, видите вот тот островок, да? Вы его помните. А вторые... Вот видите, второй островок, где Кала Конг был, кстати, да, вы тоже его помните, Реперу. И третий островок, я так полагаю, за этой стеной должен быть, да? Он так скрыт от нас. Ну да, вы помните это место. Давайте на всякий случай сохранимся, что ли. Тут секретных тоже 5 уровней есть. Ну, выходы в основном на уровне. Есть пару, по-моему, 2, кажется, уровня новых. Ну, секретов, которых нету. Есть один уровень, так сказать, оттуда. 2 уровня дополнительных секретных, которые здесь нам надо пройти для прохождения игры. И 3 просто секретных выхода. Вот здесь вот выход, кстати, на уровень Snow Go. Тот самый, помните его. Туда мы не пойдем, мы упадем. Кстати, выходы, да, вот мы открыли, мы можем попасть. Другие выходы у нас сейчас не открыты, мы не попадем туда. Вот мы выполнили секретное условие, чтобы сюда попасть и открыть этот уровень. Это прыгнуть на тот телепортер. Да, вот этот секретный выход, нам тут его надо пройти. Он будет сложный, я так понимаю. Ну, как минимум усложненный. Да ладно, мы ж... Ладно. Мы же отсюда начнем, я надеюсь. Ну да. Это тот самый секретный участок, с которым вот как раз спрыгнем вниз и возьмем красную крутилку. Да. Да ёлок! Фух, успели. Тут ящиков, благо, нет. Маска, она здесь пригодится. Яблоки. Там жизнь была? Казалось, казалось. Как будто там вверху жизнь висела. Ну, не суть. А, вот и жизнь, кстати. Да ёлок! А, мы их уже и не получим, кстати. Тут какие-то ящики, я смотрю, может, что получим. Да ёлопало. Тут, кстати, нет чекпоинтов. Да, мои дорогие друзья, нам придется помучиться. Пойти здесь все без ошибки единых. Ну, в принципе, у нас выбор не особо альтернативный. Либо мы мучились тогда, пытаясь запрыгнуть, и то не факт, что получилось бы. Это вообще спорный вопрос, не является ли это богоюзом. Благо, там специально, мне так кажется, предусмотрено, чтобы не попали. Так что будем стараться. Я думал, мы справимся. Блин, чуть-чуть не попали. Ну, ну конечно, мы пропрыгиваем, я думаю. Ящик нитро, мы его не боимся. Да ёлопало. Да, да, сейчас начнется мне. Ну, скользнуть бы еще. Тут же чекпоинтов нет. Сложный участок, согласитесь. Да, вот игра начинает нам подкидывать сложности. Я так понимаю, так мы просто туда не запрыгнем.
А вот... Красиво мы улетели. Вообще, я сегодня хотел просто пройти уровень, вот этот вот, седьмой. Я не знал, что это такой секретный уровень. Сюда телепортируюсь, я думаю, я запоминаю каждый уровень, под какую нумерацию он стоит. Нет, конечно, не запоминал я это. Так что сегодня, я не знаю, что у нас тут будет. Однозначно мы сейчас возьмем сейчас красную гему. Там посмотрим. Ладно, фиг с этими жизнями. В принципе, и с теми фиг, но... Да, да, активировали, отлично. Как же ж так? Неужели мы уйдем? Ха, интересно. Как мы сейчас запрыгнем, по их мне не должны. Вот так, что ли? Прикольно. Ну, зато у нас будет еще одна маска. Я думаю, там сложные участки еще впереди. Там что-то должно быть. А, нам туда в любом случае идти. Это еще ж выход. Там, где жизни мы пропустили с этим, ну, нафиг с ними. Мы сейчас все не ради жизни пришли. Ну, кстати, я тут смотрю, жизнь можно наполнить. Ну, скорее компенсировать. О, маска. Правда, толку от нее здесь. Ну, пусть будет, конечно. Да, вот такой вот у нас агрессивный стиль сейчас. Благо, три маски. Блин, почему? Мы же остановились уже, он все равно скользит вперед. Нормально. Ну, ладно, мы жизни понабрали. Мы можем себе это позволить. Да, сложный участок, согласитесь, очень сложный. Но, тем не менее, мы справляемся. Ладно, жизни, маски не растерять, потому что там будет еще сложнее без них. Ну, увидели это все безумие. Чуть-чуть не хватило, ну... Ну, подорвали, кстати. Да, маску нам не дадут там. Жизнь, конечно, здесь уже не будет второй раз, ладно, она мне не нужна. Жизнь, вот чего-чего у нас жизни, а жизни у нас полно. Видите, он как-то проскальзывает его, из-за этого мы налетели. Сейчас мы прыгаем, видите, он как-то подпрыгивает, хотя мы вперед сейчас не жмем, мы просто стоим на месте, просто прыгаем. Как-то странно. И по инерции едет, ничего. Да, маску установили. Сейчас тут будет сложный участок, на самом деле. Ради все это мы делаем ради красного кристальчика. Ну не кристальчик, а крутилки. Ну, хотя можно назвать кристалл сапфир какой-нибудь, да? Ёлы-палы! Ну, маска фиг с ней. Замахали. Фух. Это был сложный участок. Надеюсь, там вы еще усложнять ничего не будете. Да, вот он, участок. Мы... Да, мы прыгнули, взяли. Все, теперь нам надо просто пройти уровень. Дайте хоть бы до какого-нибудь чекпоинта, а то заново все это пропрыгнуть придется. Не-не-не, все это мы брали, мы два раза выполнять не будем условия. Мы же собрали ящики, вы помните, да? Собрали. Зачем нам два раза? Просто нам надо пробежаться, чтобы взять красный чекпоинт. Надо активировать, еще мало ли. Заруни. Угу. Да, вот для чего это сейчас штучка. Там, по-моему, я не помню, были у нас на пути в таком стандартном зеленые здесь эти нитро ящики. Если и были, то их было очень мало. Это я 100% могу вам сказать. И мы продолжаем. Да, вот уже конец. Все, красную крутилку мы взяли. Хорошо. Ящик у нас давно собран, тут ничего не будет. Кстати говоря, обратите внимание, если вы не взяли ящики все, то будет там в конце уровня нарисован такой... Ну, если у вас не взята белая крутилка, да, и вы, допустим, ящик какой-то не собрали, то он будет нарисован ящик, пока сколько ящиков всего собрали, сколько вам надо собрать. А если вы уже взяли ящики, то этого не будет. Да, мы молодцы с вами, мы прошли теперь полностью, прошли первый сектор, да, мы взяли красную крутилку. Давайте, наверное, вот на этом эту часть и закончим. Такая вот у нас неожиданная была. Я думал, что мы уровень будем проходить, а ну вот она как оказалась на самом... Да, телепортируйся, да. Взяли мы, сейчас босса мы драться не будем второй раз, вы помните. Дальше наверх мы не полетим, это же наверх, потому что у нас не открыто. Наверное, в таком случае мы вернемся. На этом часть закончим, давайте не будем ни вас мучить, ни меня. Подведем итог, что мы взяли красную крутилку, я считаю, это довольно неплохо. Перезапишемся, конечно. Да, мои дорогие друзья. И в следующей части мы заново пройдем тот предыдущий уровень, да? Ну что, на связи был МК Васки, всем спасибо за внимание, всем пока.